Привет, друзья! Алоха, криптовалютчики! Я рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам про стартап под названием Securix. Что же такое Securix? Securix – это возможность для всех нас. Возможность получать пассивный доход благодаря криптомайнингу нового поколения. Как утверждают разработчики, это просто, это безопасно и это выгодно. Ну что ж, мой проект привлек внимание, потому что ребята собрали SoftCap, а я вам сейчас в двух словах попытаюсь объяснить, в чем же ключевые преимущества, вообще чем интересен данный стартап. Во-первых, разработчики Securix и праотцы данного проекта выбрали идеальное место для майнинговых операций. Стартап располагается в Нидерландах, то есть Голландии, друзья. А как мы с вами знаем, Голландии известна своими прекрасными моделями политики и экономики. И выбор сделан не случайно. Выбор этот базируется на очень интересных соображениях. Во-первых, это очень выгодное стратегическое размещение. Во-вторых, это безопасность. В-третьих, это еще раз безопасность и масштабируемость. Огромное количество профессионалов живет и работает в Нидерландах. Там есть все необходимое для того, чтобы обеспечить майнинг должного уровня и обеспечить прибыль. Так вот, что же обещает Securix? 45% ежемесячной доли валового дохода от SRXIO токена. Это токен, который будет выпущен. Все будет это возможно благодаря end-to-end электростанциям возобновляемой энергии. Также будет программа байбека и сжигания токенов, которая будет постоянно стимулировать и аккумулировать рост цены. Плюс ко всему будет доступно реинвестирование в майнинговое оборудование. Команда Securix предлагает реалистичные прогнозы и настоящий ROI, о чем мы с вами поговорим в следующем видео. Ну, а также токены. Токены не имеют срока жизни, контракт не предусматривает, что когда-то они будут уничтожены и так далее. Lifetime tokens, это очень круто. Здесь они предлагают ROI калькулятор у себя на сайте, друзья. Если вы вкладываете $1000, то через 12 месяцев ваша прибыль будет 2000, ну точнее в вашем кошельке будет $2725. Это рассчитано при базовой цене биткоина в $10,000, не говоря о том, что он может и подрасти, в общем-то. Здесь есть подробная схема того, как ROI, проценты годовые, как будут течь, в зависимости от стоимости битка. Да, то есть, если биткоин будет стоить $5000, это, конечно, чуть меньше процентов. Но если биткоин будет расти, то вы получаете вообще отличные совершенно суммы, друзья. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Я вам в следующих видео обязательно еще расскажу про токен, который будет выпущен. Расскажу вам про дорожную карту проекта. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на Securix и следите за новостями.